Ребята, хорошо и вкусно готовят, пекут булочки, сосиска в чести. Мне очень нравятся эти булочки. Я хочу работать мыть пол. Мне это интересно. Я стараюсь. Сильная сторона нашей организации – это кулинарная мастерская. Мы уже много лет готовим, в этом совершенствуемся. Этот проект такой, который нас сопровождает уже несколько лет. В разных формах мы выигрывали и гранты. И вот профессионализм наших ребят настолько вырос, что теперь мы хотим их трудоустраивать. Потому что мы понимаем, что человеку именно с ментальными особенностями, ну, пока сложно устроиться, потому что нужен очень высокий уровень поддержки, в том числе эмоциональный. А в связи с тем, что наши ребята, им здесь комфортно, они много лет здесь занимаются, они уже уверены в себе, и поэтому вот как раз здесь трудоустроиться им гораздо проще, чем на каких-то других предприятиях города.